Так, ну что, сегодня 31 декабря. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Но когда вы будете смотреть этот ролик, он уже явно наступит. И мы ездили за продуктами. И проснулись мы, конечно, не с утра пораньше. Уже люди в это время, наверное, чистили селедку на шубу. Но... Не, давай только о себе говорить, да, не с утра пораньше. Сержуня как бы был готов чистить селедку на шубу, но... Ну, селедку не купили. Да как-то шубу мы просто... Вспомнили про него 1 числа. Да, ну не, ну мы шубу как-то не делаем никто. Ну, ем только я и... У нас денег на шубу не хватает. На селедку хватит, а на шубу может и не хватит. Ну, мы поехали, купили сейчас продуктов, будем что-то готовить. Ну, оливье обязательно. А там дальше по ходу посмотрим. Как там было, если оливье не на столе, то что-то то, там что будет. Весь год чего-то там, да. Короче, оливье надо делать. Икру купили, 2 баночки. В Пятерочке. Я приготовила тортик, представляете? Наконец-то мои родные, любимые. Тут есть торт с карамелью, все как мы любим. В виде елочки. Репетиция танца Деду Морозу, да? Ты Деду Морозу? Что же ты за мальчик? Мам. Афоня звонит бабушке. Ну что, это ирония судьбы. Я же накрыла на стол. А здесь сложила родня моя. Все время жалуется, что им мало пряников. Вот в такую вот золотую коробку сложила им пряники. Смотрим «Иронию судьбы». Уже поужинали. На ужин был обалденный салат. Просто супер-пупер. Это греческий, но с морепродуктами. Вместо маслин здесь были морепродукты в масле. И этим же маслом я это все заправила. В общем, супер-салат. У нас сегодня такой супер-домашний Новый год. Я даже не красилась. Антоша сидит в этом... Играет в футбол. А где наш Афоня? Афоня, а ты где? А кто там? Ну посмотри. Кто там? Увидел? Да. Кто? Где? Кто там? Я молюсь! Где? Вот, вот! Мама, быстро, быстро! Да, сначала... А потом я... Где твой костюм? Я ж не знаю, где твой костюм. Костюм зайчика тебе давать? Нет, его костюм у вас в гардеробе, на его это... Да? Побежали. О, это что за супермен? Он откуда к нам приехал? И откуда к нам пришел? Вы узнали, кто это? Увидел. Так кто к вам пришел? Дед Мороз. А вы что, его не ждали? Ждали. Да я вижу, один спал, другой в компьютер гулял. Да? Один. Ну где ваша елочка? Показывайте. Сюда, сюда. Разве? Кажется, в другом месте была елка. Ну, решили здесь. Фотосессия была. Фотосессия? Вот. Ай да елочка краса, как пушисто высока. Я а не дам тебе ничего, пока не расскажешь, что Дедушке Морозу. А я не буду рассказывать, я буду танцевать. Да хоть танцевать. Быстро. Подожди ты быстро. Да. Это у вас это самый старший мальчик? Да. Да? Самый быстрый. Да, да, да. Так, ну давайте, детки, отвечаешь. Маму, папу слушаешь? Да. Не обижаешь? А будешь слушать? Да. Будешь 5-ки в садике получать? Да.
В школе вы перепутали. Ну, я Дедушка Мороз, ничего не путает. Раз он к вам сюда пришел, значит, правильно дорогу он нашел. Ну да. Ну, давай, что ты будешь дедушке рассказывать? Стишок. Стишок? Большой? Какой? Какой будет стишок, такой будет и подарок. Так, я... у него дети водят хоровод. Ну, давай, громко только. Да, до елочки. До елочки, подожди, становимся. До елочки. О, Дедушка Мороз стоит у вас. Ну, давай еще один. Рассказывай, громко. Дети водят хоровод. Ой, молодец! А как Супермен еще летать может? А ну покажи. Вот это... Ну, для общей, для души дарю тебе вот такую машину. А по ней мечта. Да, будешь гонять. Но эта машина не простая. Она золотая. Чтоб на машине повернуть, надо руль в права согнуть. Чтоб налево уйдет, потом откроете. Теперь хорошо? Гриша. Ну, ты пакетик здесь забыл. И тебе я подарил. Спасибо. Ну, теперь остался третий. Подожди, Дедушка Мороз идет и будете играть. Кузнечик какой прыгает. Ну, кузнечик, засовывай руку, вытаскивай все, что видишь, все, что щупаешь. Ого. Ого. Так, это я наконец... Ну, а вы готовы? Я еще готова. Вы отдаете детям поснимать. А я... Ходи. Мама, ходи на папа иногда я. Ходи на кадр. Ну, не верите вы не меня? Верю. Ты найди тот шарик золотой и его скорее открой. Там подарок нашей маме. Вот ищи теперь его. Так, ищем, ищем. А, раз стишок не знаете. Нет, а вы знаете вот мой шарик любимый золотой, который иногда бывает разборной. Я его только не вижу. А он у меня золотой или может быть деревянный? Нет, он не деревянный. Нет? Он железный, разборной. А где он висит? Холодно, холодно. Давайте. Тепло, холодно, холодно, теплее. Тепло, тепло, тепло. Тепло. Так тепло. Вот загадку загадал. Ты его тут нету, может. Все, ну как вы, Дедушка Мороза? Вот, он Кока-Кола. Вы же знаете этот шарик золотой. В прошлом году почти хлеб был. Ну, а ну-ка. Открываем, мама. Ждет тебя дорога дальняя. За моря, за моря. Нужно будет тебе вклады капитальные. Спасибо. Чтобы погулять, папу повспоминать. А ну-ка разверни. И посмотри. Это машинка для яйца. Не видишь. Дедушка Мороза. Давайте уже. Я и не дойти. Потому что я шел прямо, потом направо, потом налево от щитовой и пришел сюда к вам.
Пошлите провожать Дедушку Мороза. До свидания. Давай я посмотрю. Ой, кузнечик ускакал. Гришу мы слегка. Нашу елочку встапи. И горешок. До свидания. До свидания. В следующем году встретимся. Конечно, учитесь. Так, а Фонин подарок теперь должен подзарядиться, да, Фонечка? Да. Гриш, не знаю. Сейчас и Дед Мороза. Глянь, что тут у нас. Он придал тебе привет. Это тебе Дед Мороз. Это набор какой-то, да, для химии? Смотрите, даже есть здесь красители, два красителя. Угу. А где белый? Вот такой беловатый краситель. Посмотри, какие красители. Посмотрим, сейчас проверить. Здесь. А вон, смотри. А сыну какому? А вон. Да, там лице это. Я, Менделеева. А это мечта. Наверное, будет до утра. Да, вот это можно выкинуть. Скорый Новый год, птица. Что, надеть эти кроссы или эти кроссы? Не знаю. Проходи, Дед Мороз, проходи. Да, проходите. Торт у нас какой-то удачный. Тихо, тихо. Дед Мороз пришел. Ой, какая красота. Ура. Вы сказали, мы дровишки привезли. У нас тоже сегодня. Так, ну что, кто будет стишки рассказывать? Кто Снегурке будет стишки рассказывать? Ну давай, Снегурочки, рассказывай. До елочки. Лежа, встречи в музыку. С Новым годом, с новой радостью, тут меня под этим слотом песни, музыка и свет. Ой, молодец, ну Снегурочка, давай. Так, давай доставаем, закрываем глазки. Глазки закрываем и туда. Вот там. Сегодня там. Бери, много бери, сразу много. Сколько возьмешь? Все бери. Ой, конфетки какие. Конфетки не простые, а конфетки золотые. Бабушка, вы рассказывайте. Вы, может, присядете, вы с дороги. Мы с дороги далеко. Рассказывайте вы, бабушка. Что нам вам рассказать? Ремонт сделали. Да, теперь Деда Мороза. И не стыдно их встречать. Давайте. Интерьер уже сниматься в другом месте, да? Да. Мы думали, девушка, ты через камин зайдешь, камин поставили. После того, как его подожгли, что-то нету у меня. Так, давайте теперь давай. Сергей. Главная осень, здоровый, ядреный. Ветер усталые силы бодрит. Я уже колдовать тут начал, но ты остановился. Маргарита, какая красивая. Лед неокрепший, на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно. Покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели. Желтые свежие лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, ясные тихие дни. Нет безобразия в природе, и почвы, и маховые болота, и пни. Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю, думу свою. Ура! Ох, я завис я на несколько минут. Садись, Серега. Ну, сади, вот дарим тебе вот такое, как там, нет? Плохой погоды. Чтобы была яркая жизнь твоя. Ярко, да. Черри, можешь вытягивать еще конфетки. Вот как зачерпнешь, как? У тебя ладонь побольше. Так, ты коробку хоть оставь. О! Ура! Ну, давай. Есть в лесу под елкой хатка, там уснули медвежата. А один не хочет спать, маме стало надоедать. Капризуля, косолапый. Просит кушать мне со стрепой. Принеси скорее сюда меда, рыбки из пруда. Баю-баю, надо спать. Напевает сыну мать. Ты уснешь, и сон придет. Все в корзинке принесет. Ура! Ну, засовывай руку. Можешь двумя прям туда. И Марго, ой, и это, ты Зоя. А Зоя целую сумочку, да? Зоя, держи сумочку сразу тебе. Красательная, банановая.
Ух ты! Что надо сказать? Девочка, на тебе чемоданчик, чемоданчик за. Так, на улице. Такая это. А где дядя Степа? А он уже спит. Ну дари тогда всем. Ну рассказывайте за папу стишок. Так, ну мы папу. А за Колю маленького. Под елочку, да? И вот это давай под елочку. Зачем? Ну а дедушке для разжижения крови. Вот молодцы. Ну. Коля, какой? Ты кто? Ты Санта? Дедушка Мороз. Я опять не успел. Я буду в школе. Все, мы домой едем. Уже мы возле дома. Дождик капает, да? Мам! Афоня уже гоняет. Мама! Да, руль поворачиваешь, и она едет, да? А папа тут уже пиротехнику разбирает. Глянь, мам, какая установка. Вторая мировая. У меня чесночки. А еще какие-то, да? Сходи. Все, сейчас пойдем стрелять и спать. Красили лицо дракона. Давай, иди сюда. Сапоги. Сапоги. Быстрее, давай, сынок. Вот так вот вышли пострелять, а у нас дождик капает. Смотрите, ну, как весело. Ну, берешь, пока сразу. Афоня уши закрыл. Ой, я такое боюсь. Ну так, давайте такое, когда мы это уйдем. Ой, не надо туда, не надо. Не надо, уйди.